В спорткомплексе «Энергия» прошел второй заключительный этап спартакиады среди воспитанников ивановских детских домов. Победители отправятся отдыхать на море, но и проигравшие будут вознаграждены за участие. Ни одна команда сегодня не будет проигравшей. Все что-то выиграют, все что-то завоюют. Наверное, самое главное для вас – это то, что вы сегодня, наверное, завоюете самый главный приз – это путь к своему собственному здоровью. Первый этап спартакиады, прошедший недели ранее, был спортивным. Сегодня же ребятам пришлось раскрыть себя с творческой стороны. Придумать гимн Олимпийским играм в Лондоне. Вот их первое задание. Задание – поставить сценку об Англии. Детям идея этого конкурса понравилась больше всего, поэтому и к созданию мини-спектакля они подошли с фантазией. Туби! Орла! Туби! Какой туби? Всякая глупость в голову лезет! Времени, конечно, было мало. Мы за две недели, сначала сценарий, вместе дружно все воспитатели, дети, все вместе написали сценарий, потом уже репетировали. Вот, дети отнеслись хорошо, но мы их настраивали на то, что главное не победа, а участие, и они с таким настроением и выступают. Победителями спартакиады стали воспитанники детского дома номер 2. По очкам они сильно опередили своих конкурентов. Теперь ребят ждет путешествие к морю. Награда, заслуженная ими в честной борьбе. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.